Всем привет, с вами я, Колян, и я очень поздно начал это видео, потому что глянь, сколько уже у этого скелетона жизней. Я подготовился к этой войне с ним. Дед, я тебя спасу. Ой-ой-ой. Зелье. Я сделал зелье, которое отгенерирует не по 50 жизней, а по 100. Ой-ой-ой. У него осталось 300 жизней. Я ему отрубил две руки. Скелетом побежден. Ух ты. Крутяк. 5 золотых за него дали. Вы это видели? Я его победил. Скоро придет старик. Тогда ко мне. И меня пустят в данж. Круто. За 3 минуты. Потому что регенерация 5 минут была. И надо ему тогда сделать комнату. Хотя лучше сделать комнату оружейника, потому что здесь вот как манекен. А можно сделать новый манекен. Так. Не, ну, 7 золотых. Надо купить у старикашки. За сколько там у него? За 6 же? За 8. Каска. Хочу каску. Так, скинуть в стаки. Ничего здесь нельзя. Здесь тоже ничего. Здесь грибочки. И зеленый цвет прошу. Скинуть в стаки. Здесь. И вот отсюда мы возьмем 250 каменных блоков. Вот у меня еще стена осталась. И пойдем делать комнату. У нас еще регенерация. О, сколько. О, ну вот специально для меня. За такую победу. Не, ну супер вообще. Я очень рад, что мы победили этого скелетона. Ну что, Джон, мы тебе все-таки комнату сделаем. По идее, надо делать две комнаты, потому что еще может прийти Дриада, это же босс был. Ну, даже если не босс, следующей ночью мы загасим Ктулху, глаз этот. Это тоже будет в этом видео. Не, ну крутой гарпун. Сегодня, если выложить все деньги, можно пойти сходить в данж. Меня же теперь пускают туда. Все, отлично. Так. Ну, наверное, этой комнаты хватит. Джон, тебе хватит этой комнаты? Да, нет. Я бы тоже всадил в нее пару обоим. Сегодня я еще, наверное, об
обновлю до конца видеокарту, ну, на этом Windows, и буду обозревать мод 2D Cube. Это как Майнкрафт, ну, Террария, как только в Майнкрафте. Там не очень красивый вылез, мне только это не понравилось. Надеюсь, вы оцените. Следующая комната здесь пойдет. Сделаю две комнаты. Так. Ну круто, я никогда не видела этого старикашку как НПЕ, только на фотках, на скринах. Вот так правильно сказать. Вот такая вот комната тебе, Джон. И можешь отойти. И ты можешь отойти. Отличная комната. Ну, вот тут еще чуть-чуть мы ее побольше сделаем, чем вот такой вот размер. Не хватит. Мне интересно, что делает Дриада. Я слышала то, что у кого-то можно купить ботиночки Ранс, ну как электрические, чтобы летать. Тогда смысл мне каска шахтера, я летать буду. Лучше нет. Поэкономим. Каска-то она и не очень прикольная. А тут уже и булыжник рядом. Все, вот такая вот комната будет. Осталось убрать стену. Не, ну удобно делать дом в горе. Только вот неудобно убирать вот это вот все. Вот эту вот стену. Можно потом сделать выход на поверхность, там еще что-нибудь интересное. Паровник. Ну, мне тоже нравится, что ты продаешь. Но я экономлю. Уйди. Такое чувство, то, что вот эти вот МПЕ тоже говорят.
У меня закончилось почти дерево. Это вот печально, очень печально. На манекен хватило и все. Придется идти нарубить. Опа. Так, ну так и знал. Надо кирпич перед съемкой ставить. Ну, ладно, ничего страшного. Так, можно вот отсюда кирпич поставить? Нет, нельзя. Вот это вот можно будет убрать. Отлично. Сколько мы нам жить? Надеюсь, хватит на дверь, на стол, на стол. 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 Стол, стол. Две двери. Нет, на одну только хватит. А, я забыл еще сделать. Камень, 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 камень. Ловите, крафте. Манекен, стол, стол, стол и стол. Так, надо еще чуть-чуть нарубить дерево, совсем чуть-чуть, чтобы хватило на дверь. Вон с того этого островка срубим все. Так, и надеюсь, вам понравится новое качество видео. Мне один из людей, которые смотрели видео, сказали, что я снимаю другой программы, я ее не буду скачивать. Ну и вот. Я потом с ним поговорил, он говорит, что вообще жутко лагает. Я тоже посмотрела на видео. Да, плоховато качество. И я сейчас поменял формат на MP4. Должно идти лучше. Так, дверь, дверь, дверь. Опа. Все двери открыты. Дриада. Так, и в какую комнату она вселилась уже? Дриада. Нет, тебе в эту. Дриада. И давайте, чтобы она тыпанулась. Мы схитрим опять. Слушайте, мы же с собой. Стенка. Все, дом у нас. И дом, ТП. Ну, Дриада, ты уже тут? Нет, еще не тут. А скоро у нас ночь начнется. А пошлите-ка до данжа.
гора не будет видно дом. Дриады. Комнату. Дриада Фей. Ее, или как зовут? Так, где? Фей Дриада. Вообще, имя смешное. Кто придумал эти имена? Я понимаю еще имя Джон. Вот это. И какие там еще? Это тоже понимаю. Луи понимаю. Клайла понимаю. Ну, а Фей, Авбир, ну, Авбир еще тоже, можно понять. Кайла, Джефф, ну, еще нормальное имя Джефф. Ну, что-то я придрался к именам. О, вот и ночь наступает, чтобы убить в этой серии второго босса. Мне интересно, сколько мы уже снимаем? Нет. Не показывает. Оп. Опа. Глаз. Ты меня слышишь? Вот бы сам пришел, чем я его буду призывать. Этого Ктулху. Самому слабо, что ли, прийти. Как тогда вот пришел, когда я воевал. Я ему только КС жизни снял. Круто. Отнял мне 15 жизней, дал 20 жизней в подарок. Опа, кораллы. Это же были кораллы. А, без разницы. Так. Во, Артур портной. Артур. Во, портной, здорово, братюнь. Адриада еще не пришла. Портной же тут, Адриада нет. Так. Так, знакомый парик, знакомые брюки, знакомая рубашка. Соломенная шляпа и черная краска. Ну, а как я выгляжу вообще? Без вот этого и без вот этого. Да, у меня такие же волосы. Почти. Опа, откуда у меня медная кольчуга? А, ну, конечно, отсюда снял. Так, вот охота купить знакомую рубашку. И знакомые брюки. Отлично. Мы прям джентльмены. Ну-ка, как мы смотримся с мушкетом? Вообще круто, как гангстер с пистолетом. О, насчет пистолета. Ну-ка, иди сюда, Джон. Магазин, магазин. Не, не буду покупать. Мушкет лучше. Так, шлем, шлем, шлем. Тут шлем. Поскорее бы пришла Дриада. И давайте, вот уже началась ночь. Сейчас. А, не, призвалки, призвалки. Давай, до свидания. Ты не с моего района, ты понимаешь? О, давай вот так просто на меня смотри и все. Вот зачем ты на меня налетаешь? Мне кажется, даже зелье не понадобится. Аж колонки у меня заключены. Вторая стадия.
где ты? Теперь ясно, как едят глаза. И все, глаз Ктулху побежден. Круто. И что нам дали, что нам дали, что нам дали? Что? Наверное, зелье нам дали, потому что у меня их вроде как не было. Что нам еще дали? Где? Семена порчи, может быть, это дали. Так, вот, нечистая стрела нам дали. О, может быть, вот эту вот еще руду дали. Ну, круто. В общем, круто. Два босса за одну серию. Мне кажется, это вообще крутая серия. Если мы еще сейчас увидим Дриаду, будет круто. Да, вот она. Вообще круто. Сейчас подойдем к ней, узнаем, чем она торгует. У меня есть 5 золотых. Ой. Я отвернулся, я не смотрю на тебе голову. Все. Оделся. Молодец. Здорово, старикан. Артур. Так. Ты должен очистить этот мир от порчи. Магазин. Так. Очищающий порошок очищает от порчи семена травы. Жезл земли. Круто. Хочу. Хочу его купить. А, ну не очень. Ну-ка, а что за статус там был? Статус. Ух ты. Ну тогда магазин. Куплю, наверное, 3 средства от порчи. Ну, во-первых, наверное, свой дом от порчи. И вот эти две комнаты от порчи. Отлично, и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И все. Всем пока.